наши дорогие ветераны, которые находятся здесь сегодня, люди, которые выжили войну, и не отпускали руки, они не говорили все. Так тяжело было, так страшно было, столько страданий, что мы уже не можем жить дальше. Наоборот, эти люди подняли еврейство снова, и то, что мы видим сегодня по всему миру, это прежде всего благодаря вам. Фактически не стоит. Почему же я, как главный исполнительный директор своей собственной, своей собственной славы? Это